Мужчина, совершивший в Германии в новогоднюю ночь наезд на группу прохожих, преследовал цель убить иностранцев. Об этом сообщил глава МВД Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль. 50-летний водитель задержан. Он несколько раз пытался на своем автомобиле наехать на прохожих в разных местах. Сначала в Ботропе, в результате чего ранения получили 4 человека, а затем в Эссене, где никто не пострадал. В Ботропе злоумышленник направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана. По предварительным данным, мужчина, гражданин Германии, проживающий в Эссене, страдает от психического заболевания.